Это опустевший городок Баран-ди-Кокайс в бразильском штате Минас-Жерайс. Паулу де Морайс и еще 457 человек покинули его в феврале. Людей эвакуировали из-за угрозы прорыва плотины горнодобывающей компании «Вале». «Все изменилось за день. Я прожил здесь 22 года, построил дом, со мной жили дети. И вдруг компания «Вале» за 5 минут вырвала нас оттуда и прогнала из дома». Паулу вместе с женой поселился недалеко от города в другом своем доме. Однако жители отдаленных районов вскоре все равно могут эвакуировать. Они находятся в зоне риска. Люди боятся потерять все имущество. «Я родился здесь не для того, чтобы умереть на улице. Я не смогу этого вынести. Моя жизнь там, в том городе». Дамба находится в 65 километрах от Баран-ди-Кокайса. Компания больше ее не использует. Плотина удерживает 6 миллионов кубометров воды. «Люди не заключают договоров на услуги. Они не знают, что будет завтра, останутся ли у них дома. Поэтому они не заглядывают в будущее». Жители Баран-ди-Кокайса эвакуировали вскоре после прорыва дамбы в Брумадинью. Она также принадлежала компании «Вале». Катастрофа произошла из-за повреждения хвостохранилища на железнорудной шахте. Тогда погибли более 200 человек. Более 80 пропали без вести. Около 4 лет назад такая же авария была на плотине в Бенту-Родригесе. Ответственна за нее все та же компания. Теперь прорыв угрожает еще 3 дамбам. Все они находятся в штате Минас-Жерайс.